В Тбилиси оппозиционные политические силы собрали митинг, требуя проведения новых парламентских выборов. Об этом сообщает СМИ. Количество людей, собравшихся на проспекте Шота-Руставели у парламента, оценивается в несколько тысяч. Среди участников акции – представители оппозиционных сил и их сторонники. Часть протестующих приехали из регионов. Оппозиционные лидеры в комментариях СМИ заявили, что их требования остаются неизменными повторными парламентскими выборами. Отставка главы ЦИК Тамары Жвани, назначение новой администрации и освобождение заключенных по политическим мотивам. Это уже четвертый крупный митинг после парламентских выборов, состоявшихся 31 октября. Напомним, на парламентских выборах грузинская мечта, демократическая Грузия, получила 48% голосов. Оппозиционные силы после этого заявили о масштабных фальсификациях и отказались от мандатов в парламенте в знак протеста. В ОБСЕ одновременно не имеют серьезных замечаний к тому, как проходили выборы в Грузии.